Доброе утро. Хочу высказать то, что считаю Беглова самозванцем. А почему считаю Беглова самозванцем? По той простой причине, что мы все знаем, как проходили это выборы. И Беглов – это не мой губернатор. И заявляю я это как житель Ленинграда, рожденный тут, и как житель Санкт-Петербурга. А еще хочу всем сказать, что давайте все выразим свое торжественное фу этому самозванцу за те выборы, которые прошли, да, то есть даже по официальным видно, что явка была в районе 30%. Также я хочу напомнить о том, что количество урн было, по-моему, в районе 74 за пределами Санкт-Петербурга, да? Это Ленинградская и Псковская область. Почему-то во всех остальных местах их не было, да? По-моему, еще в Москве было что-то такое там дистанционное. А еще я хочу сказать, что вот он там рассказывал о том, что будет присягать на верность Конституции, гражданам и так далее, да? Имеет ли он вообще моральное право присягать на Конституции, если он своими выборами, размещая непосредственно только урны для голосования там в Ленинградской области и так далее, граждан лишил их конституционного права выбирать? Задайте себе этот вопрос, потому что на муниципальных выборах урны находились только в Ленинграде, ну, Санкт-Петербурге. Так что я за то, чтобы все граждане Санкт-Петербурга всеми доступными мирными и законными способами сказали, что Беглов не наш губернатор, Беглов самозванец. Вот и все.